Разработана еще одна программа повышения квалификации для руководителей и сотрудников епархиальных отделов Русской Церкви. На этот раз миссионерских. Более подробно об этом в сюжете Эльвиры Гордеевой. Новопоставленные архиереи, секретари епархии, церковные архивисты и епархиальные фотографы уже прошли курсы повышения квалификации в стенах этого учебного заведения. Теперь настал черед сесть за парты руководителям миссионерских отделов. Мы позвали и пригласили экспертов, которые могут помочь священникам разобраться в истории миссии, в очень сложном мире различных сект, которые сейчас существуют и в нашей стране, и за ее пределами, людей, которые, экспертов, которые могут поделиться знаниями в области церковно-государственных отношений, правовой базы нашей миссионерской деятельности и другие вопросы. Отец Иоанн отметил, что данная образовательная программа строилась с учетом замечаний Святейшего Патриарха, сделанных в его докладе на прошедшем в начале месяца архиерейском соборе. Священники живо откликнулись на то, что в словах Святейшего есть действительно насущная необходимость пересмотреть всю нашу миссионерскую деятельность и пересмотреть качество работы наших миссионерских отделов. Для участия в курсах в Москву прибыли представители 43 епархий. В течение недели они смогут общаться, делиться мнениями, перенимать опыт тех, кто уже давно и успешно совершает миссионерское служение и занимается изучением ее истории. Как в науке, система, которая зацикленная сама в себе, она обречена на разрушение, на уничтожение. И когда священник приезжает на курсы в аспирантуру и докторантуру, он здесь открывает себя, открывает свою систему и допускает в свой разум, в свою жизнь, самое главное, тот опыт, который здесь в аспирантуре и докторантуре владыка Илларион собирает. С 9 утра до 9 вечера работа курсов осуществляется на базе общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая занимается подготовкой богословов и церковных специалистов высшей квалификации. Осуществляет магистерские, кандидатские и докторские программы. И то, что повышение квалификации руководителей епархиальных отделов происходит именно в этом учебном заведении, показывает статус этих программ. Эти курсы совмещают в себе, с одной стороны, традиционные формы обучения, а с другой стороны, это площадка для обмена практическим опытом. В рамках курсов будет подписано соглашение о сотрудничестве между общецерковной аспирантурой и синодальным миссионерским отделом. И в дальнейшем повысить свою квалификацию здесь смогут представители миссионерских отделов из других епархий Русской Православной Церкви.